Они вообще обещали до 10 сантиметров снега. Ну, явно поскромничали. Привет, друзья, гости и подписчики моего канала. Вы на канале Торис Видео. С вами Валерий Орлов. Сегодня пришла коробка из Израиля. Это Emerson, Lake & Palmer, первый альбом. А почему из Израиля? Я давно искал израильский первый пресс. Но эта история началась в 73-м году. Мы тогда усиленно слушали вражеские голоса. И на радио «Свобода» по метроному передавали «Lucky Man». И меня поразил вот этот синтезатор в конце, партия синтезатора в конце вещи. Я искал эту вещь, я не знал, на каком альбоме «Lucky Man». А у нас в Одессе жил один Игорь. Он занимался в медицинском институте. У него была коллекция Emerson. Он занимался именно этой тематикой. Emerson, Wakeman, Yes, Genesis, тогда Exception. И я к нему обратился, и он мне сказал, что это Lucky Man, эта вещь, на первом альбоме. И у него этот альбом был. И именно израильский. А как попадали израильские пластинки в Одессу, это в основном семьи, у которых жили родственники в Израиле. И под заказ, потому что эта пластинка не ходовая была, ну не то, что не ходовая, эту музыку мало кто слушал тогда. Значит, под заказ ему привезли эту пластинку из Израиля. Я у него взял, попросил на запись, на зеленое оранжевом «Атлантике» было издано, а попал этот диск в Одессу. У нас был один Саша, в Израиле были родственники, и они высылали пластинки. И вот этот Саша приходил с пластинками и с мамой, он всегда брал маму, на сходку. Значит, мама с сумочкой, в которой лежали диски, присаживалась у фонтана где-то на скамейке. А Саша нырял в толпу, у него был небольшой списочек, он с собой носил, и он искал покупателей. Ну, естественно, все пластинки были израильские. Мне не очень нравилось израильское издание, потому что они сильно упрощали оформление. Обложки были практически неразворотные, и много из обложек даже были черно-белые, или хотя бы там, вот как, допустим, вот в этом варианте Эмерсона. У него задняя часть черно-белая. Я его долго искал, потому что, как оказалось, он достаточно редкий. На дискоксе я не мог его найти. Нашел на eBay случайно. Причем торги были, ну, достаточно серьезные. Там офферы, отказы, еще одни офферы. В общем, на каких-то деньгах мы сошлись с продавцом. И вот он приехал. Ехал он, ну, достаточно долго, дней 20, наверное. Из Англии пластинки доходят буквально за неделю. Вот, ну, Израиль, может быть, там свои нюансы. Может быть, там, наверное, связано с таможенными какими-то задержками, я не знаю. Ну, вот сейчас мы его вскроем. Да, что я хочу еще сказать, что тогда, не знаю, насколько я сейчас это адекватно могу помнить,
Тогда мне очень понравилось качество записи. Я запомнил, что он очень хорошо был записан. Ну, не знаю, насколько это будет соответствовать сейчас, потому что сейчас как бы уже к звуку иначе относишься, и техника другая. Ну, просто интересно. Вот. Ну, интересно иметь в коллекции просто как хорошую память о тех далеких временах. Ну, коробка достаточно серьезная. Такие красивые. Это видно марка. Да, почтовая марка. И таможенная декларация, которая предупреждает, что, ну, по-еврейски я не понимаю, но зато здесь по-английски, что предупреждает, что коробка может быть вскрыта властями, для проверки, что там внутри. Вот регистрированная почта с баркодами. Вот, ну так, достаточно серьезно запечатано. И наверняка есть протекшн внутри. Ну, в общем, сейчас вскроем. Первая пластинка из Израиля. За все годы, сколько я занимаюсь музыкой, ни разу ко мне не приходило оттуда ничего. Какие отзывы, не знаю. Не интересовался, честно говоря. Да я не собирался ничего покупать оттуда. Как бы в основном из Англии покупаешь. Так. Сердце начинает биться учащенно. Так. Картонка. Так. Ну, то, что он отдельно пластинку упаковал отдельно от конверта, это очень хорошо. Он, кстати, этот продавец указал это в описании, что я его даже не просил об этом, что он всегда вытаскивает сам диск и отдельно от конверта, то есть запаковывает. То есть здесь даже у человека не надо было просить об этом. Так, теперь самое ответственное. Так, я, наверное, сниму перчатки, мне в них неудобно просто. Самое ответственное теперь снять всю эту ерунду. Как тогда мне эта вот пластинка, как она зашла? Я просто не могу передать. Я ее слушал, ну, не знаю, сколько раз в день, и потом ночью я не мог спать. Вот, особенно вот эти фортепианные пассажи, они мне снились все. То есть я спал, у меня мозг даже не отдыхал. Я спал и проигрывал этот альбом во сне, вот этот «Атлантик». Сейчас я аккуратненько достану. Очень серьезная пластинка. Так, ну вот видите, так же, как я и говорил. Аккуратненько поставим. Вот это фронт, который, ну, отличается от фирменного, конечно. А задняя часть, она черно-белая. Ну и здесь вот это первое издание израильское. Ну, я других просто не видел. Здесь что-то на гибру, наверное, допишется. Да? Вот, то есть у меня есть первый пресс английский. Сейчас я его попытаюсь быстренько вытащить. Можно просто сравнить. Так, вот первый пресс английский, первое издание. Вот если мы их так вот рядом поставим, можно увидеть, насколько они отличаются. Ну и задняя часть, сейчас я достану. Так, это фирменный Атлант. Island, вернее, не Атлантик. Так, значит, и задняя часть
Вот такая вот, такая вот разница. Это 70-й год. Наверное, израильский вариант, наверное, тоже 70-го года. Не могу сказать, не знаю, честно скажу, не знаю. Вот, но здесь как бы какой есть, такой есть. Это просто ностальгическая пластинка. Первый альбом, который я услышал из Эмерсона, это были картинки с выставки. Такими, в общем-то, пугающими звуками. Я как-то даже боялся его слушать, потому что, ну, это еще было еще раньше, это был где-то 72-й год, по-моему. Так, и вот такой вот израильский вариант. Так, ну и вот сам диск. Я отлично помню вот этот Атлантик. Он немножко так как даже поярче, чем обычные английские или там американские. Вот, но состояние у него практически так на вид. Здесь немножко есть, конечно, марки от того, как ставили на шпиндель. Вот, но состояние у него просто великолепное. То есть ничего здесь, если он еще так будет играть, видите, тоже здесь пишется на Hebrew. Если он будет играть так, как я надеюсь, то будет хорошая память. Ну, поставим его в коллекцию рядом с фирменным. Друзья, после последней распаковки, где-то через недели две, я нашел еще одну версию израильского выпуска Emerson, Lake & Palmer. Но человек прислал мне вот в таком виде. То есть, ну, упаковки здесь практически нет никакой. То есть собраны какие-то картонки, склеены как попало. Ну и я не знал, что делать. Плакать, смеяться, ругаться. Ну, пластинка, сама пластинка, я ее уже достал, она, в принципе, не пострадала. Но сам факт вот этой упаковки и, с позволения сказать, коробки, ну, меня просто поразил. И я ему написал тут же. Но он извиняться стал, говорит, что я спешил, я хотел побыстрее отправить. И вот что было под руками, значит, то использовал. Чем история закончилась? Он мне как бы говорит так откровенно, значит, послушай, если тебя пластинка устроит, значит, если хочешь какие-то деньги как бы переслать, то перешли. Нет, значит, нет, я тебе ее дарю. Пластинку я послушал, нареканий никаких нет. И я ему предложил, я говорю, если хочешь, я тебе заплачу 20 евро, то есть, ну, чтобы было как бы обоюдно, красиво, да, и чтобы тебе было не обидно. Ну, и я как-то бесплатно тоже такие подарки не хочу брать, то есть 20 евро. Он говорит, да, вполне разумно, вполне обоснованно. В общем, я ему заплатил 20 евро и на память оставил, чтобы просто снять, показать, какие бывают варианты. Я просто хочу по-быстрому вам показать. Это вот это издание и то издание, которое я осветил ранее, в первой части видео. Как видите, они абсолютно разные. Хотя оба израильские, вот, но конверты абсолютно разные по исполнению. Сейчас я вытащу отсюда пластинку тоже. Значит, если рассматривать конверты, то так, чтобы было понятнее. Все-таки, наверное, вот это первое издание, я так думаю. У него конверт сделан практически один в один с английским. Задняя сторона цветная.
значит, здесь задняя сторона черно-белая. А, кроме того, если видно, здесь по-разному представлены фирмы, на которых был напечатан этот диск. То есть это как бы филиал Atlantic Cotillion, да, и там, но здесь Atlantic Recording Corporation, здесь я на идише не понимаю, то есть что-то написано, наверное, другое. Вот. Ну и по индексу, хотя индекс здесь один и тот же, и на пластинках один и тот же, но даже лейбы отличаются. Вот это, как бы, я предполагаю, все-таки самое первое издание. А вот это, которое с черно-белой задницей, это второе, потому что здесь даже можно увидеть индекс 43503, как бы основной, да, а в скобках 42038. Что мы видим здесь? .42038 без всяких скобок, ну и более, значит, контрастное, темное, даже и цветовое решение другое, яблоко. То есть мое предположение, что вот это самый первый вариант израильского пресса, а это второй вариант израильского пресса. В каком году он был сделан, не могу сказать, нет нигде информации. Значит, ну, по звуку они практически одинаковые. Я так досконально не сравнивал, но посмотрю, послушаю в наушниках, потому что в наушниках наиболее объективная оценка, когда через колонки слушаешь, все-таки немножко это будет иначе звучать. Вот такие вот два израильских варианта дебютного альбома Emerson, Lake & Palmer. Ну и английский, конечно, который у меня как референс на оригинальном Island. Здесь как бы вопросов нет. Здесь... Да, это самое первое издание 70-го года. Вот, ну, теперь я, поскольку я очень люблю эту пластинку, я уже говорил, что это многократное прослушивание этого альбома в юности приводило к бессонным ночам, наверное, как-то отразилось все-таки на восприятии, на дальнейшем восприятии музыки. Я обязательно поставлю, сравню вот эти две израильские версии, внимательно посижу, послушаю, и я думаю, что у меня по этому альбому зачет. Ну и как бонус я хочу вам предложить еще два пакета, которые пришли из Австралии от моего близкого товарища, он живет в Сиднее. Это журналы Women's Weekly, а конкретно выпуска 64-го года. Почему именно этот выпуск, я вам сейчас объясню. Значит, вот эти четыре журнала. Ну, начнем с того, что поскольку это 64-й год, это оригиналы, то и они практически в идеальном состоянии. Значит, почему я вдруг заинтересовался этим изданием? Ну, вот эти три, как бы, журнала мы рассматривать не будем. Они меня интересуют постольку поскольку. То есть основной журнал вот этот. Это 4 марта 64 года. С этим журналом я пролетел, сразу вам скажу. Значит, история вкратце такова. Значит, человек выставил вот этих четыре журнала, лот из этих четырех журналов на внутренний eBay австралийский. Меня интересовал только вот этот журнал. К сожалению,
eBay не позволил мне написать ему даже email. Поскольку он поставил этот лот только для внутреннего рынка, то есть вы даже не можете с ним связаться, даже задать вопрос. Ну, так работает система, к сожалению. Почему меня этот журнал интересовал? Значит, где-то в 1973 году один из моих друзей, он учился в Одесском институте связи. Он учился очень хорошо, он был отличником, и к нему обращались некоторые студенты за помощью, значит, делать курсовую работу там или еще что-то. Ну и поскольку деньги не у всех были, некоторые люди рассчитывались какой-то вот такой печатной литературой с ним. Но что касается этого журнала, я вам сейчас покажу еще один вариант этого журнала. Вот это журнал, который у меня есть в моей коллекции, он немножко похуже состоянием. Но почему я сказал, что я с этим журналом пролетел? Потому что ту статью, которую я искал в этом журнале, в этом журнале ее почему-то нет, мне казалось. Поскольку это 64-й год, и Beatles были в 64-м году первый раз в турне в Соединенных Штатах, значит, в этом австралийском журнале Women's Weekly распечатали вот такую вот небольшую статью и такой красивый как бы постер «Beatles in New York». Это как раз освещало вкратце первые концерты в Карнеги-Холл. И у него вот эта вырезка была под стеклом на письменном столе. Это первая была фотография, которую я увидел «Beatles в цвете». Почему эта фотография так меня заинтересовала и запала как бы в душу на всю жизнь? Потому что, во-первых, сама фотография очень редкая. Во-вторых, ракурс, они сняты так, что они не очень похожи как бы сами на себя. Потому что миллионы фотографий крутятся в обращении, миллионы фотографий Beatles. Кроме того, на вот этом снимке я впервые увидел, что мы все увидели, значит, ребята, кто ходили к этому парню в гости, мы все обратили внимание, что Джон Леннон рыжий, рыжеватый. То есть на черно-белых фотографиях, которые были в обращении в то время, естественно, это не видно было. Здесь мы даже удивились, что он рыжеватый. Этот снимок, как бы в силу своей уникальности, да, он как-то запал в душу. Тем более в то время мы были юные и очень впечатлительные. И здесь еще внутри есть такой, сейчас я вам покажу быстренько, вот. Есть такой вкладыш, как бы для домохозяек, да? И здесь всякие вырезалки, то есть его можно вырезать, как-то сшить отдельным как бы буклетом. И здесь какая-то игра была, и вот. И здесь четыре головки, которые тоже были Beatles, которые тоже были у него под стеклом вырезаны вместе с той фотографией. Ну, журнал достаточно редкий, и я его много лет искал. Я зашел на сайт Австралийской национальной библиотеки и прошел по всем изданиям за 64 год и нашел именно вот этот вот, с этой обложкой, с этой девочкой. Нашел этот выпуск и узнал, что в каком журнале вот этот, значит, снимок. И теперь мы идем к самому интересному. Тот же журнал, та же обложка, прайс, все то же самое. Но если мы пойдем, начнем сверять контент, то здесь уже все иначе. То есть эта страница та же самая, здесь уже все иначе. И когда мы доходим до, на какой-то странице было, по-моему, на 10-й. Да, когда мы доходим до 10-й страницы, что мы имеем здесь на 10-й странице? Ровным счетом ничего. Page 10. Вот, поэтому я считаю, что я с этим журналом попал. Ну, ничего не сделаешь. Вообще, конечно, вещь очень странная, чтобы два одинаковых журнала, выпущенные в одно и то же время, имели разную начинку. Но у нас такого как бы не было никогда. Да и вообще я никогда такого не встречал. Вот, тем не менее, значит, журнал пришел. Ну, будет два варианта. Как в том анекдоте, будет два тоннеля, да? Когда евреи предложили копать тоннель под Ла-Маншем.
Хорошо, с этим мы разобрались. Второй пакет пришел из Германии. Здесь мы имеем тоже печатную продукцию. Это журнал Pop, 73-й год. У меня большая коллекция этих журналов. И этот тоже есть, но как бы я взял этот, потому что он посвежее немножко. Значит, что у меня в этом журнале? Ну, сам журнал, конечно, очень интересный. 73-й год – это, я считаю, один из самых удачных периодов рок-музыки, потому что практически у всех групп это был подъем. Значит, в этом журнале есть yes, красавцы, есть мой любимый плакат. Вот он. Юрай Хип. Этот плакат тоже был у этого человека вместе с той вырезкой из Women's Weekly. Тоже лежал под стеклом. Оригинальный плакат. Какая-то девочка рассчитала за курсовую работу. То есть курсовая работа, по-моему, стоила 15 рублей, 25 рублей. Она ему рассчитала, значит, с ним и подарила вот этот плакат. И этот плакат, ну, перевернул, наверное, какое-то сознание, потому что, ну, в 73-м году увидеть такую колоритную фотографию и таких ребят. Этот журнал имеет еще большой плакат Rolling Stones. Один из очень удачных снимков. Так, этот плакат у нас идет. Сейчас я посмотрю. Я не помню уже, что это за плакат. А, это Чарльз Бронсон. Так, ясно. Это мы в сторонку откладываем. Значит, Rolling Stones. Прекрасный снимок. Я очень люблю сценические вообще. Так, это ребята какие-то видно. Видно немцы, да. Очень люблю сценические снимки. И вот этот снимок, он очень удачный. То есть верхний угол такой изометрический, да, где очень хорошо видно вся кухня на сцене, как стоят колонки, усилители, немножко зала, да, иметь как бы ощущение аудитории, даже сзади там есть, на галерее какие-то люди сидят, здесь обслуживающий персонал. Ну и период, это 73-й год, Мик Тейлор на гитаре проявлял себя, и сцена такая красивая. То есть видно, фотография была сделана специально, потому что, чтобы показать эту сцену, да, с какими-то драконами здесь, потому что сцены тоже были не все так оформлялись. Вот такой вот плакат, который шел в этом журнале. Вообще, что касается печатной продукции, я, наверное, сделаю отдельно выпуск такой, потому что есть что осветить. Вообще, если можно было бы сделать хит-парад, да, самых удачных плакатов рок-групп 70-е. Был такой рок-календарь японский 78-го года. Значит, здесь очень, ну, наверное, самый красивый снимок, который я видел из этой серии, это плакат Yes. Диновский дизайн сцены. Снимок сделан в зале Rainbow в Лондоне, в известном, в котором очень много групп играло и много фотографий использовано. В частности, Made in Japan. Также сделан этот снимок не в Японии, как мы раньше думали, да, а именно в Rainbow. Вот эта сцена, надпись Rainbow. И сцена в Rainbow, она уникальная, она идет
пологая такая к залу, то есть, видите, здесь вот этот вот, ну, видно стык стеллажей. Это единственная сцена в таком варианте. Значит, вот этот плакат я бы в десятку этого хит-парада обязательно включил бы. Дальше я включил бы плакат Slade. Ну вот, группа классная, как бы, да? Хорошая группа, ничего не скажешь. В своем роде очень хорошая. И плакатов у них много, и снимков много, и со сцены, и промо-постеров, все. Но вот этот какой-то, он очень стильный, этот плакат. Композиция, опять же, их вот этот аутфит. Я бы взял бы в первую десятку этот плакат. Потом, естественно, в другом журнале «Поп», тоже 73-го года, конца 73-го года, когда собрался третий состав Deep Purple. Значит, вот этот плакат Deep Purple возле замка. Возле замка, вот он здесь подшитый еще. Он у меня на стенке висит, вторая копия, как бы. У меня таких журнала два. Значит, этот плакат я еще отсюда не доставал. Тоже новый абсолютно. Значит, вот этот, естественно, плакат вошел бы в хит-парад. Вошел бы, конечно, плакат из журнала «Браво» за 74-й год. У меня их два, так получилось. Эмерсон. Ну, этот снимок, ну, он просто уникальный. Ну, подобного, подобной, как бы, композиции, динамики. Вот, наверное, один из пиковых моментов концерта. Так, возьмем один, поможем. И человек, и фотограф поймал вот этот момент, где абсолютно четко просматривается вот этот Moog синтезайзер, его большой, Hammond C3, L100, Hammond орган. Там вот эти хайваты стоят, неизменные Leslie колонки. Какой-то человек там выглядывает, на оператор. Вот, то есть очень-очень хороший плакат по композиции, даже по цветовому решению, такой он стильный. Ну и, конечно, динамика здесь потрясающая. Так, еще какой бы я в десятку включил бы плакат? Это плакат Beatles. Ну, Beatles, тысячи-тысячи плакатов. Очень трудно выбрать. Похороны Брайана Джонса. Период, как бы, 69-го года, он такой очень интересный, да? Вот этот вот 69-го года, это, из, по-моему, из финского журнала какого-то. У меня один плакат, у меня журнала самого нет. Но этот снимок был на японской 45-ке «Come Together and Something», который я в первый раз увидел копию на черно-белом снимке тоже в то время, и тоже как бы сильно заинтересовался этим снимком. Вот мне чего-то очень нравится. Тоже по композиции какое-то здесь настроение, знаете, вот, не знаю, здесь трудно как бы описать. Здесь можно, ну, какие-то умозрительные вещи, значит, каждый для себя выводит. Но мне очень нравится вот этот период. Это практически уже близко к распаду группы. Что еще я бы сюда вставил в этот десяток? Плакаты Queen на сцене. Очень уютный такой снимок. Где-то 75-го года периода приблизительно. И Grand Funk Railroad в Madison Square Garden. Возвращаясь к этому любимому снимку Юрая Хип. Это период записи Sweet Freedom. Они записывали этот альбом во Франции, в небольшом замке на северо-западе от Парижа, который назывался «Эрувиль».
И мне как-то было интересно просто, у меня было свободное время, я лазил по интернету и, значит, искал подобные фотографии. И нашел подобную фотографию в этой же одежде, но они как-то там просто иначе стояли. То есть этот снимок, он по тому, как вообще пойман вот этот момент, просто потрясающий. По всем законам фотографии, по всем законам композиции. Ну, один из моих самых любимых постеров. Несколько фотографий, которые сняты в этот же день. Ну, не такие, естественно, удачные. И тогда я уже начал исследовать, где этот был период, где они записывали альбом «Sweet Freedom». Попал вот на информацию, которая об этом замке. По некоторым данным, в середине 19 века здесь работал Фредерик Шопен, а позже замок был перекрашен самим Ван Гогом, который захоронен неподалеку. В начале 60-х прошлого века замок Друвиль перешел во владение известного французского композитора Мишеля Мани, написавшего саундтреки ко многим фильмам, в частности, к трилогии «Фантомас». Мань проживал здесь со своей женой Мари Клод вплоть до 1974 года. Он же и оборудовал студию звукозаписи после пожаров в 1969 году. Студию назвали Strawberry Studios. А список исполнителей, которые писали здесь, достаточно обширный. Вот как выглядит замок с высоты птичьего полета. А вот наши ворота. Вот эта улица, видите, здесь с одной стороны поле, чисто французский пейзаж. Как в фильме «Фантомас», когда была снята погоня полицейских на мотоциклах за автомобилем «Фантомас», как раз вот пейзаж соответствует. И вот за этими воротами находится замок Эрувиль, в котором был записан «Sweet Freedom». Перед замком при въезде здесь была стоянка автомобилей. Сейчас просто здесь растут деревья, растет трава. Вот видно оригинальные окна. Где-то в одном из таких уголков, в бойнице как бы, да, в пустой, Финн Костелло сделал фотографию Дэвида Байрона, который на альбоме «Uriah Heep». Если внимательно посмотреть на этот плакат, то можно увидеть на заднем плане какое-то кирпичное строение. И после небольших исследований я нашел вот этот снимок, где как раз видно вот это, ну это камин, наверное. Да, камин, потому что здесь вот дрова. И именно здесь был сделан этот снимок. Возле бассейна, позади левого флигеля. А сам бассейн за этим домом, то есть в глубине. Но вот на этом снимке задняя часть видна. То есть бассейн получается за музыкантами. Здесь мы видим этот камин, выложенный из кирпича. Слева мы видим флигель, в котором находилась студия. То есть это все было сделано в один день. Может быть, в течение нескольких часов. Да, ребята стояли вот здесь, и сзади как раз видны вот эти блоки бетонные. А Финн Костелло, наверное, на этом берегу бассейна, на этой стороне. Ну, все, с этим разобрались. Ну, а вот я нашел совсем печальную фотографию. Вот этот бассейн, от которого сейчас ничего не осталось. Зарос каким-то сухим камышом. Печально, конечно. Вот так это выглядит сейчас. Друзья, я на этом с вами прощаюсь. Я вам желаю хороших праздников, чтобы Новый год принес вам мира, любви, человеколюбия и счастья. Потому что иначе зачем жить на этой земле? С Новым годом, с хорошими переменами. Я надеюсь, они будут в новом году.
И увидимся уже в следующем году в моих выпусках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи в новом году.